Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Ян, ты там что делаешь? Мой перископ никто не смотрит. Бежите. Привет вам. Да чё эти все пишут? После отвертки? Ого! Выпью чушки. Дома. Нарасхватал, что? Ленка на расхват, да. Да, я тебя поняла, Каролиночка. А мне никто не пишет, ни одна вонючка. Я смог. Напиши мне, это никто не пишет. Привет. Яночка только пишет. Дела хорошо, а ты кто? Как у тебя дела? Satisfaction. И я люблю. Да хоти нажрать. Да блин. Илья? Я что-то хочу не то сказать. Да, отвечаю. Алло. Алло, Маня, соряшки, я что-то выключился. Да, конечно, за такие дела неплохо бы тебя наказать. 16. Да, солдатик тут. Чё? Привет, чё? Хорошо. Блин, а тебе сколько? Да. Чё? Чё? Блин, я говорю, сделай мне пофиг. Я себе сделала всё. О, господи, я прилёг на лужу. На лужу? Ну, ты опичился? А, не на лужу. Нет. Да не в лужу, а в лужу. Извини, я тупая. Своё ложе или где мы? Где мы будем? Чёрт. Трахаться с ним будешь? Ну как, сегодня чётное число, поэтому я его. А нет, чёрт, уже не чётное число. Ну с кем он? С Ромой? С геем нигером. Так чё ты хочешь тут узнать? Как вы помирились? Мы помирились? Угу. Что по телефону? Мы круто помирились. Алена написала, что я тупая сука. Она написала, моя сука такая тупая, что хочется выстрелить. Фараон, блин. А какой фараон? Это вообще скриптонит. С фараоном. Я еще какашку съела вообще-то, это фараон. Это скриптонит с фараоном. Это скриптонит с фараоном. Нормальный человек, может, я лучше знаю. Почему же больше скриптонит обоссышь? Сам обоссышь. Да я не спорю. Сын твой обоссышь. Лев обоссан. Что ты несёшь? Это он просто хочет сына назвать Лев. Ясно. Мо-мо-мо-мо-мо. Satisfaction. Алёна. Подруги, прости, слёз. Что? Песенка, я знаю. Ален, спасайся, пока не поздно. Зарбажа. Так скажи мне, Илья, как твои делишки? Мам. Так, мои делишки? Ага. Ну, сегодня, короче, написал контрольшу.
Это ж я нашел одногруппника с пацанами. Блять, мы легли, наверное, уже 4 утра. Через пару часов проснулись, начали собираться. Ну, честно сказать, кайфово. Честно говоря, ну ладно, выруби. За исключением того, что один из одногруппников пердел полночи. Ну, это так, это уже мелочь. Ага, хорошо. Все, поговорите со мной. Чё? Не услышала последнюю фразу. Satisfaction. Ну ничего, вообще не смешно. Вообще не смешно. Угу. Блин, так супер красная. Вообще-то лайки в перископе с другой стороны.